За парты Российского международного олимпийского университета первые студенты сели 16 сентября прошлого года. 27 человек из 14 стран – России, Германии, Гватемалы, Уганды, Индии, США, Бразилии, Кореи. Интернациональная группа студентов стала первой в единственном в мире олимпийском университете. В основном это работники спортивной отрасли, известные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и представители национальных олимпийских комитетов. Джозеф Колис Симанда, например, учиться в Сочи приехал из Уганды. Я работаю в Олимпийском комитете, и учиться в Сочи в Российском олимпийском университете я решил ради развития своей карьеры. Для этого университет – лучшее место. И вот теперь я мастер спортивного администрирования. Сегодня для всех 27 студентов Олимпийского вуза особый день – выпускной. До начала торжественной части большая интернациональная команда собралась в холле вуза. Здесь вот на таких плакатах однокурсники писали друг другу пожелания, фотографировались и оставляли видеообращения для будущих студентов Олимпийского университета. В зале для торжественных церемоний студенты появились уже в мантиях выпускников. Европейскую традицию поддержал и ректор вуза Лев Белоусов. Сегодня у вас большой день. Я надеюсь, что дипломы Российского международного олимпийского университета станут для вас шансом получить хорошую работу, а полученные знания выстроить успешную и яркую карьеру. Кстати, о полученных знаниях. 10 месяцев студенты учились у лучших педагогов со всего мира. И главное, Олимпийские игры они смогли увидеть изнутри. Как отметили выпускники, это лучшая практика для спортивного менеджера. И вот главный момент – вручение дипломов. Выпускников поздравляли преподаватели, известные спортсмены и руководство Сочи. Олимпийские игры в городе Сочи дали огромные перспективы для того, чтобы город стал действительно мировой столицей курорта. Мировой столицы спорта. И, может быть, я не совсем правильно это делаю, но я глава, я должен все-таки предложить первым, что оставайтесь со мной. Каждому найдется дело по интересу. Эти студенты, конечно, войдут в историю, как первые в Олимпийском университете. Они уже приняли решение создать клуб выпускников, чтобы даже будучи в разных точках мира, продолжать делиться опытом. Ведь цель у всех одна – развитие мирового спорта. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.